На востоке Казахстана в выборах смогут принять участие более 800 тысяч человек, но данные еще уточняются. В случае, если кто-то не найдет себя в списках избирателей, на участках будут работать представители ЦОНов, чтобы оперативно выдавать адресные справки. В прошлом году эта практика показала свою эффективность в регионе. Теперь ее внедряют по всей республике. Сейчас областная избирательная комиссия вместе с руководством центров обслуживания населения работает над устранением возникающих вопросов. Подготовленные специальные пригласительные их разносят по домам жителей. В целом по области на 321 место в маслихатах различного уровня претендует 1005 кандидатов в депутаты. Агитационная работа ведется без нарушений, отмечают специалисты. Избирательные комиссии уже готовят бюллетени для голосования. Мы полностью сегодня завершили уже проверку наших, то, что будет напечатано в бюллетенях, фамилии, потому что здесь очень сложный момент, значит, перевод с русского на казахский, с казахского на русский, все внимательно с аномастиками отработали, и сегодня последний уже город Семей был отдан в печать, практически бюллетени печатаются, и к назначенному сроку они будут готовы.